Всем доброе утро. Вот смотрите, какой восход солнца. Здесь у нас пальмочки. Муж у меня там вот на спортплощадке занимается. Только сейчас был куда-то ушел в сторону, уже не видно его. Вот такой восход солнца. Это я сейчас стою на балконе. Горы. Всем привет из солнечного Кемера. У нас сегодня воскресенье. Завтра уже будем так это готовиться к отлету, а во вторник все, у нас в 17:55 самолет, но, наверное, во сколько нас заберут отсюда, не знаю, говорят, за 5 часов забирают из отеля. Так хорошо сейчас на балконе, приятно посидеть, даже уходить не хочется, но надо идти на завтрак, все по плану, все по расписанию. И на море купаться. Борьба за территорию. Один пошел, сдался. Было рычание такое. Это кошка балдежница молодая. Она еще так лежит, вон играет с ним. Который тапки у нас там грызла. А эти? О, смотри, какой. Та играть с ним, а этот? О. Идет, важно. Как она его? А у нее вон на шее-то какая болячка. То ли это ее так ободрали коты. По-моему, тут черный кот, а это кошка. Тут боится. Киса, боится тебя. Близко не подходи. Не нарушай границы, правильно. Иначе будет плохо. Всем добрый вечер, мы на ужине. Играет музыка. Так, сегодня должна быть турецкая ночь. В общем деле, я тут говядину взяла. Вот это вот все очень турецкая еда. Не знаю, как она называется. Это вот, наверное, баранина все-таки вот на огне мясо. Рис, пироженки вот такие с изюмом. И вообще вкусные, мне понравились. Ну и, конечно, арбуз, яблоки, виноград там есть. И приятного нам аппетита. Все это баранина. Ем баранину, кстати. Вот на огне приготовлено. Вкусно. Могу есть. Муж пошел мне за красным вином. Так, все съели, все вкусно. Это турецкие эти колбаски, как они называются, не знаю, острые такие. Взяла кофе черный и сейчас буду с пирожными. Эти пирожные мне очень понравились. А эта вот штуковина, не знаю, с какими-то орехами там, первый раз такая. В виде тортика такая была, такая рассыпается. Вот, и я таких два пирожных. И арбуз сахарный. Ой, это так. Такое настроение, кофейку на ночь выпить.
черненького и такой с пенкой. В общем, я сегодня ем вредную еду. В обед ела картофель фри с кетчупом, с наггетсами, пила пиво. Это был мой обед. Сейчас я тоже отрываю себе ногти. Что-то сегодня у нас такой предпоследний день. Ну, просто такое настроение у меня. Муж у меня сегодня не пьет, я пью за него. Кремень. И сейчас еще кофе с пирожными. Еще бывает, у меня находит такое. Thank you.
günleri, akadına yakında da bitti günleri. Acaba nasıl geçiyor da bizsiz geçen günleri? Acaba nasıl geçiyor da bizsiz geçen günleri? Çok fazla.